Всем привет, друзья! Очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. Сегодня мы с вами погуляли в Алиэкспрессе, привезли некоторые интересные новиночки, которые хочется вместе с вами обсудить. Ну и первое, с чего мы с вами начнем, с новой маски для волос от производителя Oil Deluxe. Вообще, эта торговая марка представлена широко в Алиэкспрессе, и сейчас появились в продаже вот такие красивые яркие баночки. Стоят маски для волос 55 рублей и представлены с кокосом и миндалем. Такая маска идеально подходит для глубокого питания волос по всей длине и придает им гладкость и шелковистость. А в зеленой баночке маска для волос с авокадо и оливой. При помощи этой маски можно придать волосам блеск и силу. Среди ассортимента кускового мыла появилось две интересных новиночки. Туалетное мыло называется «Русь», стоит 55 рублей, а также мыло в виде сердца. Стоит такой кусочек мыла 27 рублей. Новые чистящие универсальные щетки. Это щетки грубой такой абразивности, они очень жесткие, размером 14 на 8 сантиметров с пластиковой ручкой-держателем. Капроновый шнур 30 метров намотки белого цвета стоит 55 рублей. Популярный сейчас кухонный аксессуар – это набор овощечисток. Стоит 77 рублей, и этот набор состоит из двух овощечисток. Обычная для очищения овощей, а также для того, чтобы нарезать мелкими полосочками для салатов по типу корейских. Еще сейчас среди кухонных аксессуаров появилась обновленная серия. Это вот такие венчики, кисточки, лопатки с бежевыми ручками. Изготовлены они из резины. Выглядит очень стильно и интересно. Больше всего из этой серии мне понравилась кисточка. Стоит 55 рублей. Пластиковый поднос размером 39 на 27 сантиметров. Это поднос белого цвета с ажурными краями и с ручками, а также есть несколько вариантов декоративных картинок на нем. Также есть новиночка и среди вкусняшек. Не совсем полезных, но все-таки интересных. Это кремовый зефир. Стоит 55 рублей вот такая баночка весом 130 граммов. И такую баночку я взяла на пробу. И действительно, по вкусу этот десерт похож на зефир. И он очень сильно тянется. Сладенький, но довольно интересный. Друзья, чего и следовало ожидать, наборы баночек для специй, которые раньше стоили 99 рублей, теперь стоят 149. Ну, наконец-то до нас практически полностью доехала коллекция Country, и сейчас есть в продаже заварочные чайники. Представлены они в нескольких цветовых решениях, отличаются цветом крышки, ручки, а также декоративным рисунком, который нанесен на бачка этого чайника. Объем чайника 700 мл. Стоит он 249 рублей. Одна из бюджетных новинок – это стеклянная сахарница-конфетница от Паша Бахче. Стоит она всего лишь 77 рублей, и это одна из самых дешевых новиночек из кухонной категории, которая сейчас продается в Алиэкспрессе. Также из серии Country привезли новые варианты наборов из двух баночек. Посмотрите, сколько много разных расцветок есть с красными крышками, с розовыми, желтыми, насыщенно фиолетовыми. И еще один вариант кухонных аксессуаров из этой коллекции – это солонки, перечницы и подставки для салфеток. Все это упаковано в пластиковый блистер и с деревянной подставочкой в комплекте. Большие глубокие тарелки диаметром 20 см стоят 149 рублей.
снова привезли наборы бумажных форм для выпечки. Это вот такие формочки-сердечки в количестве 6 штук, стоят 50 рублей. Стандартные бульонницы с ушками выглядят вполне приемлемо, несмотря на то, что я их называю ночными горшками, но я знаю, что пользуются популярностью. Объем таких пиалушек 560 мл. Большая стеклянная тарелка блюда за 149 рублей. Честно говоря, я удивилась, когда увидела ее в продаже, ведь точно такую тарелку я покупала в фикс-прайсе лет 5 назад и уже не надеялась, что они снова появятся в продаже. По опыту использования хочу сказать, что эта тарелочка, это блюдо очень качественное, поэтому присмотритесь, может вам тоже понравится, как и мне. Среди коробочек, еще не выложенного на витрины товаров, я заметила новые формы для печенья. Это металлические формы из нержавейки и пока не представлены только в форме яблочек. А также привезли много наборов силиконовых формочек для выпечки кексов. Это круглые формочки в количестве 6 штук, стоят 55 рублей. В магазине по улице Ленина большой привоз универсального грунта. Это большие пакеты объемом 10 литров, а также почвобрикеты. Это кокосовый универсальный субстрат. И посмотрите, вот такие пакетики с землей специально для орхидей. Среди игрушек можно найти наборы для рыбалки, стоит он 249 рублей. Вот эти проекторы для рисования тоже есть в продаже. А также новые наборы, гоночный трек и цена 249 рублей. Привезли много коллекционных игрушек, но в основном это те же самые животные, которые я вам показывала и ранее. Лошадки, пантеры, слоники и ламы. Также есть несколько вариантов динозавров. Набравшись немного наглости, порылась в коробочках невыложенных товаров и нашла наборы пластилина из 12 штук фирмы-производитель «Луч». Повторно привезли книжки в твердом переплете. Мы их с вами уже не раз смотрели. Ссылочку на подробный видеообзор этой серии книжек я оставлю в подсказке сверху. Для совсем маленьких деток привезли раскраски. Это волшебные водяные раскраски, цветные странички. Нужно всего лишь намочить их, и цвет рисунка проявится. Как всегда, по традиции показываю, что появилось из категории рукоделия. Сейчас это привоз алмазные вышивки, маленькие картинки, и представлены они в виде картинок кошечек, цветочных вариантов, а также есть птички и маяки. Много наборов различных резинок и заколок для девочек. И посмотрите, какие интересные заколки-зажимчики с коронами. Большой ассортимент настенных часов, и это как пластиковые часы, также появились кухонный вариант с ложками и вилками за 199 рублей, ну и деревянные часы тоже в большом ассортименте. Также в коробочках нашла декоративные фигурки. Это фигурки из доломита, полирезины в виде единорожков, различных лам, лошадок. Дополнительно они украшены декоративными ленточками, цена 149 рублей.
Ну и, наконец-то, до нас доехала пасхальная коллекция. Представлена она различными декоративными яйцами, яйцами, свечками, наборами для окрашивания яиц. Быстренько покажу вам полочки. Что мне понравилось, так это большой ассортимент декоративных наклеек, которые, я думаю, понравятся многим, кто увлекается ведениями блокнотов, ежедневников, потому что можно выгодно приобрести большой лист с огромным количеством наклеек. Ну, конечно же, в основном это зайчики, цыплята, то есть все, что посвящено именно пасхальной тематике. Полочки с декоративными искусственными цветами. Но, в принципе, тут явных новинок я не наблюдаю, хотя кое-что интересное можно найти. В отделе красоты появилась новая линейка бальзамов и шампуней. Называется она Vitanica Therapy. Это бюджетные шампуни и бальзамы за 55 рублей. Представлены в нескольких вариантах. В составе таких шампуней есть, конечно же, содиум лаурит сульфат. И покажу вам быстренько все варианты, которые представлены в этой линейке. Для совсем маленьких деток привезли наборы с наклейками. Стоят такие наборы 77 рублей и подразделяются на различные тематики. Домашние, животные, также есть на соотношение большой и маленький предмет. Такие наборы прекрасно подойдут для развития у ребенка ассоциативного мышления. В магазине по улице Восстания я нашла две новых книжечки в мягком переплете за 99 рублей. Это Марк Мэнсон, автор краткой из теории пофигизма, и у него новое произведение называется «Мужские правила». А еще появилось бюджетное издание Александра Звягинцева «Швейцарские горки». Журналы для развития маленьких детей. Называется «Школа маленьких совят», и это различные задания. Можно тут вырезать, рисовать, считать, изучать буквы. Много в этой серии представлено различных развивашек, и подразделяются они в зависимости от возрастной категории ребенка. Ну что, друзья, вот и все новиночки на сегодня. Надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным. Если это так, поддерживайте его пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро.